Ну а теперь поговорим о домашних любимцах. Изредка они пропадают. 26 мая потерялась собака. Кобель ростом с кошку, коричневого окраса с белыми пятнышками на передних лапках. Отзывается на кличку Рич. На собаке была синяя шлейка. Огромная просьба, если вы вдруг видели эту собаку и знаете, где она находится, позвоните по телефону 8-951-351-8051, либо 8-953-133-81-66. Вознаграждение гарантируют.